Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Все мы знаем, что мокрые шапки принято сушить на 3-литровых банках. Но что делать, если банки не оказалось под рукой, или шапка слишком большая, или слишком маленькая? Есть альтернативный способ. Мы берем обычный воздушный шарик, надуваем его до размера своей головы. Достаточно измерить метровой лентой и натягиваем на него мокрую шапку. Шарики бывают разных форм, бывают круглые, бывают вытянутые. Выбирайте тот, который больше подходит под вашу шапку. Ставите эту конструкцию на какую-нибудь баночку, и все, шапка может сохнуть. Вот такой нехитрый способ, доступный практически всем, у кого нет 3-литровой банки. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.